Привет, друзья! Сегодня мы распакуем посылочку от подписчика. Вот, Вуди мне прислал. Тоже зовут Вадим, так это мы скроем. Так, как-нибудь попробуем ее. Так вот. Ить. Одной рукой, конечно, вскрывать не очень круто, но я думаю, что я справлюсь. Так, что тут у нас? Опа! Это, кто не знает, рейзерочки. Блин. Антистатический пакет блестит, поэтому трудно разглядеть полностью, что внутри. Тут, собственно говоря, комплект для подключения райзера. Это, кто не понял, нужно, чтобы подключать несколько видеокарт к одному компьютеру. А это у нас, я так понимаю, кнопочки для включения компьютера. Чтобы не использовать вот такие вот корпуса с кнопками, можно отдельно просто от материнской платы вывести кнопочку. Очень прикольная штука, удобная. Так, еще резерочек. Две штуки уже. Три. Четыре. 4. 5. Обалдеть. 6 разерочков. Обалденно. Спасибо тебе, Вуди, за посылочку. Все, больше вроде ничего нету. Ну вот, теперь осталось обокрасть какой-нибудь магазин электроники, чтобы в текущие непростые времена раздобыть себе 6 видеокарт. Вот, конечно, да. Но в любом случае очень полезная штука. Razer — это самая часто выходящая из строя часть оборудования для майнинга, поэтому, в принципе, круто, круто. Можно будет мне пересобрать немножечко компик. Спасибо. Вот. Друзья, если у кого-нибудь есть видеокарты лишние, ненужные, милости прошу, я вам дам данные для отправки. Присылайте. Всем хорошего дня, удачи и всем мира.